есть особенности, но главное – сила духа. Она заставляет покорять все новые вершины. В городском округе провели лыжные гонки, в которых приняли участие дети с инвалидностью и ветераны. Это мероприятие проводится с целью привлечения внимания к людям с инвалидностью, привлечения наших жителей, кто человек с инвалидностью, чтобы приходил, занимался спортом. Мероприятие организовали силами спортивного клуба инвалидов «Благо». Будет две дистанции. Одна поменьше для тех, кто плохо ходит на лыжах или на скандинавской ходьбой ходит. И для тех, кто вообще не умеет ходить, пробует себя. И побольше дистанции, подлиннее будет для тех, кто уже уверенно стоит на лыжах. Всех спортсменов и болельщиков угостили чаем и сладостями, которые предоставили предприниматели «Химок». Я приняла участие в организации этого мероприятия и чаепитие, чтобы люди после спорта согрелись, пообщались и поели разные вкусняшки. Посетили мероприятие и члены общественного совета «Химки. Интересно жить». Люди принимают участие, активно принимают участие. Мы видим их прекрасное праздничное настроение и радуемся вместе с ними. Могут принять участие все желающие нашего городского округа. И тем самым мы прививаем людям здоровый образ жизни и активное времяпрепровождение. Каждому участнику заезда вручили памятные медали.